Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас наконец-то сегодня добавили уже 11 число призы, и есть куча акций, причем дохренище, я, честно говоря, офигеваю. Вот такие вот призы, подарок за вход в день обитателя, вот так вот, Clusters Days. Обитатель, то есть мы уже не день замковладельца, а обитателей этой игры. Ну, не знаю, что-то улыбает это название. В общем, такие вот плюхи. Поехали, посмотрим, что еще есть. Короче, куча разных плюх, и на рынке даже есть накопление, удивительное накопление, как для русского сервера. Знаю, что это такое, временные акции. Ну, тоже, в принципе, неплохие. Ежедневный бонус. Но это не все. Самое основное здесь. Магазин скидок, ребята. Что в магазине скидок на русском сервере? Ну, 10 мешков зефира. Огонь. Ну, такой магазин скидок, конечно, печальный. Карта богатства. Ну, карту богатства мы уже видели. Ну, относительно неплохо. Парящий остров открыли сегодня, но в нем ничего не поменяли. Ну, понятно, его если поменяют, то только после обновы. Подарки Авиара. Дальше веселей. Самоцветные бонусы. Покупаете, получаете дополнительно возможность еще добрать кучу халявы. Тоже для доната. Временные акции. День замка владельца. Детали. 1 плюс 1. Ежедневный бонус. Набор сбережения. Найм. Самоцветные бонусы. Это уже есть. Подарок за вход и карта богатства. Войди в игру, получи приз. Также открыта хватайка на русском сервере. И хватайка, как видите, уже непростая. Уже обновили его, ее новогодняя хватайка. И, в принципе, за 5-50 кулаков. Но вот верхние призы, я вам скажу, неплохие. Не дала жетонов, к сожалению. Но вот кому повезет вытащить хотя бы 30 жетонов, это, конечно, круто. 150 пыльцы плюс самоцветы. Ну, дальше, как видите, тоже Мэри уже стоит, по сути, копейки. Такс. Войди в игру. Забрать. Специальное предложение 1 плюс 1. Рулетка удача. Магазинное безумие. Вот такое вот магазинное безумие. Ну, в принципе, я скажу, тоже очень неплохое, так как, видите, уже продают осколки Мэри, Барда, Зефира, Дуэлянта. Такие расходники, обычные скины на последних героев. Что, бинго у нас? Бинго, ребята говорили здесь, в прошлый раз ловили Мэри. Тихое укрытие 10 левел. Императорская кузница. Короче, куча халявы для доната, скажем так, дофига всего сделали. Бард за 200. Ну, это, конечно, вот 100% первый. Найм героев. Найм героев. Если мы удачно за 1200. Ну, в общем, вот такие вот, ребятушки, плюхи. Больше пока ничего не вижу. Даже арки сегодня есть. В общем, вот так вот, это русский сервер. Поехали посмотрим, что у нас на английском сервере интересного добавили. Самое главное, что скоро где-то будет обнова, и как обычно нам добавят кучу всякой срани.
То же самое. Дискаунт. Ну, дискаунт здесь покруче, как видите. Здесь в дискаунте, во-первых, не 150, не 200, не 1500, а 6000 камней дают, ребят. 6000 это реально, блин, нормальное количество. Надо там сколько? 10 или 6, или 7000, или 12, я уже не помню, для 30-го прорыва. Ну и также дают разбросик, который тоже реально очень крутой. Дают обряд лечения, тоже его можно за самоцветы. Он там, по-моему, без скидки 8000, если я не ошибаюсь, стоит. Ну, разброс 9, я себе тоже собираю его. Прошлый раз психощиты были. Так, поехали на рынок, посмотрим. Так, что у нас тут? Мэри. 2000. Тысяча. Ну, видите, я говорила, что будет все дешеветь. Вот тут, честно говоря, рынок что-то сегодня не особо. Такие вот камешки, но они уже копятся за пределе. Тоже неплохой пак. 1000. 1500, это 75к. Зефир. Половина барда за 50. Дуэлянт вообще двадцатку уже стоит. Скин на Миноса. Это собирал. Такое накопление. Вот посмотрите, Мишаня. Скин. 100 смен. Ребят, 100 смен. 2000 тоже накопление. Неплохое. Пакеты снабжения. Ну, конечно, они не равняются с другими серваками. Так, что у нас тут еще есть? Остров. Карточки. Остров здесь без зефира. На русском сервере хоть зефир есть. Так, надо сбегать на аренку. Lasher's Days Offer. Вот так вот есть здесь. Нифига себе пак. Большой пак. Пыльца 100. Рунка. Улучшение. Вот так. Карточки 10. 800к кулаков. Это нижние. Потом 15к самоцветов. Честы. Сгивена, 200 пыльцы, инсигния, 10-е выживание, по-моему, если не ошибаюсь. Снеки 1000, круг 150 кристаллов, 10, 5 10-го таланта рун, 50, 50 коинов, бард 320, на скин, камень кроки 25, сразу же 400. Героя можно прокачать. Так, и честы 60 штук. Гейм бонус это, по-моему, тоже накопление. Да. Вход. Кетчи прайс. Новая хватайка. Такая же, как и на русском сервере. Но она везде одинаковая. Так вот она выглядит. Clashers Day. Вот замок. Акция, которая есть и на Тайване, и на английском сервере. Огнезамка называется. Level Up. Ну вот, вы можете выполнять определенные задания и получить определенные плюхи.
самоцветы, то есть за выполнение определенных заданий, то есть найм. Сейчас вам покажу, как она действует. Кстати, лимитированный найм есть, но здесь ничего не поменяли. За выполнение, короче, определенных заданий вы получаете определенные плюхи. На русском сервере ее, по-моему, нету. Называется она «Огни Большого Замка». Так, ну блин, дофига всего. Такс. Такс. Блин, не помню уже точно. Аспанкемс. Так, что-то оно нам ни хрена не дало за 450. Давайте за 1200. Рогатка. Призрачный. Хрон. Асурик. Командорка. Седна. Ну, неплохо падают, конечно, по 1200 героя. Я не помню, или там донатить надо на нее. Ну, в общем, такое вот. Хрен его знает. Они спан кемсом Heroes Altar the first damage day. Или тут на следующий день дают. Ну, вроде должны давать нормально сразу же эти. Все правильно. Мы первый левел зажгли. Она это 5 дней идет. Если вы будете донатить, то у вас откроется остальное. Все, я вспомнил. Чтобы вот это открыть, надо донатить. То есть такой принцип. То есть эти вы получаете на халяву, скажем так, а остальные за донат. Я смотрю, что-то дальше не происходит. Так. Императорский, покермачер, ну остальное здесь. Самое осталось. Тандера нету. Архич. Завтра будет архидемон уже. Или поздно ночью. В принципе, все на этом сервере. Больше ничего такого нет. В общем, такие вот акции, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.